Шо, всем хай, всем привет, танкистам, летчикам, морякам и второго. Сегодня так, покатаемся, пообщаемся. Пишите в чат, заказывайте технику. Тем более не заказывайте, можно попросить, я ее выкачу. Никаких заказов, а пока просто покатаем. Восьмую медальку я выполнил, тачку забрал, покатал на ней. Я сделаю по ней обзорчик, наверное, завтра. Не обещаю, но завтра, наверное. Тем более, я уже видел, много обзоров вылетело по этой машине. И все они складываются в единое мнение, что машинка говно. Да. Машинка и вправду говно. Так. Там мы поедем. Ну, меня хорошо кинуло, да. Против меня такой противник. Конечно, себе. Такой себе. Слабенький. Я мощнее, быстрее, мощнее. Хоть бы урона хватило. Много звуков. Стильно много звуков. Ну, я тут застрял чуть-чуть. У него КДшка быстрее, походу. Не могу. Не могу поднять ногу. Я заблудился. Я запутался. Да, там что-то едет. Плохо труба проезжает. Сюда нам нужно выстреливать. Так. Ну да, вот здесь, там.
А мне тут хана, да? Мне хана, походу. Хорош, хорош. А я вс... Я опять лоханулся. Нет, я не лоханулся. Все отлично. Едет, 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 едет. Он долго едет. Ну, реально где-то встал здесь и стоит. Так, и вот там ездит противник. Я даже, по-моему, вижу, где он стоит. Но я его больше не слышу. Что, его убили? Все, понял. Это мне повезло. Мне просто повезло, что он меня не задамажил. Он без звука стоял. Блин, ну я надеюсь, я больше не свечусь уже. Блин! А где он стоял? А, все, вижу. Жестко. Я слышал звук, но не видел его. Не видел его. Так, а я забыл поменять, у меня 4 бомбы плохие. 4 хорошие, 4 плохие. Ля-ля, что делает? Это ас. Ас, а не пилот. Сив. Сильно красивый буканир. Имба. Имба, только надо поменять бомбы. Если это возможно. Может, мы уже убрали их. Так. Ну, теперь меточки нужны. Нужны меточки. По команде. Ну, у них команды мало осталось. Не говори, что противника тоже самолеты есть. Ой-ой-ой, вижу, вижу, вижу. Я вижу. Ой-ой-ой, вон, 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 как строчит, как насыпает. Сюда одну дадим. Не знаю, он отъедет, но он отъезжал. Есть, да-да-да. Хорошо. Это было хорошо. Так, я еще вижу. Я вижу еще. Первые 4 бомбы хорошие. Они довольно... О, довольно хорошие. Еще раз повторюсь. Замечательные даже. Вторые как-то странно. Они то дамажат, то не дамажат. И по крестику не падают. Так, так, так. Но я вижу его, я заберу его, заберу. Я прям под него кину. Проверяй. Да. А, это была имба, треуголка. Треугольный трактор. Но пока никто не мешает мне в небе, то можно работать.
Можно работать. Во, вижу. Он уезжает. Он уезжает. Ну, мы туда примерно кинем. Вот, да. Я примерно туда кинул. Да, это визелек был. Ну, там без шансов у него, конечно. В этих бомбах какой разлет осколков. 96 метров. Он не успел бы отъехать. 96 метров не конфиса. Вижу зенитку. Блин, летит. Обиженный летит. Надо кинуть. Кинуть. Я кинул, я успел. Ну, обиженка прилетела. Да, я забрал. 4 из 4. Отлично. 4 из 4. И я так понял, мой союзничек сбрил этого, который у меня на хвост упал. Или нет? Было бы замечательно, если бы он его сбил. Так, я выкидываю бомбы. Потому что моему самолету очень тяжело. Тяжело. Тяжко. Долететь на базу. Я, скорее всего, даже не дотяну. А, не, все. Закончилась игра. Я, кстати, походу на ядерку набил. А пофиг. Я, кажется, да, набил на ядерку. Так, я, пожалуй, сниму... Ой, надо посмотреть вообще... Не нравятся мне больше эти картинки. Я хочу какой-то красивый себе камуфляж. Это красивый камуфляж? Нет. Он еще и за ей-коины покупается. Нет уж, спасибо. Не, ладно. Потом что-нибудь, может, найду красивое. Поехали. Первый бой хороший вышел. Даже урон был. Самая карта. Та же самая карта, тот же самый респаун. Так же самое я отыграю. Но я постараюсь так же самое отыграть. Проеду сюда в бочке. Тем более меня кинуло снова. Покидало меня старью. Всякому старью кидает. Главное, чтобы противник подъезжал по одному, а не толпой. Толпой не вывезу, КДшка все-таки не резиновая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо было с другого заезда заезжать. Не, слишком много. Слишком много выехало их. У меня КДшка не заканчивается. Не хочет умирать. Блин, ну это плохо.
Мне нужно как-то спрятаться. Нужно постараться. Не, я не могу, не могу, не могу. Душит меня кто-то. Жопу так ужалил, что у меня горит срака теперь. Так, а все. Тут пацаны разобрались. Блин, но меня кто-то в сраку дал нормально так, под хвост. Я осуждаю такое, максимально осуждаю. Это нечестно. Так, я поеду дальше. Здесь мне не рады, поэтому я уезжаю. Я слышу, как кто-то едет. Промазал тип. Тип промазал. Вот эта вещь кумулятивная. С ней надо поосторожней. Я ж на картонке катаюсь все-таки, как бы. Как бы да. Залетит кумулятив в меня, и все. И я закончусь. Ой-о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 й. А, где ты стоял? А, я понял. Это определенный тип игроков, который стоит весь бой возле респауна. Нравится ему так играть, пусть играет. Главное, чтобы мне никто не мешал бобрить. Я в кабине посижу, пока почилю. Чуть лететь. Придется, надо в кабинке повтыкать. Смотреть, поразбираться в датчиках. Я ж ничего не шарю. Я сел за руль, а я не понимаю, как этим всем пользоваться. Контроль какой-то. Approach, AID, on, off. Хоми. Блин, я не шарю. Сложно, сложно. Не там я учился. Не на того я учился. Не понимаю, как это все работает. Так, у нас... Отличная высота, кстати. Можно пикировать. И кидать бимбы на головы. Главное, чтобы были засветы. Пока что я никого не вижу. Так, все, падаем. Вот вижу, типа. Но я ему кинул. И я его забрал. Это была зенитка. Так. Я вижу кемпера за домиком, да? Это хорошо. Надо побыстрее отрабатывать по ним. Потому что за мной сейчас, наверное, прилетят. Так, давай, закрылки откроем. Побыстрее развернемся. Надо убирать закрылки. Плохо будет. Так, ну, сейчас мы ему кинем. Если он еще живой. Я не понял юмора. И я не понял, а что такое? Почему у меня не сбросились бомбы? Все, я теперь понял. Я случайно нажал точку захвата. Блин, плохо. Плохо, плохо, плохо получилось. Очень плохо. И этот кукурузник за мной летает. Мне не хватает, не хватает. Да что ж такое?
какие-то пошли траблы. Пошли траблы какие-то. Я не могу кинуть бомбу. У меня почему-то не срабатывает сброс бомбы. Вот, теперь пошла. Попадание? Да там прям под него упало. Или он еще в Invisible? Он, наверное, еще был в Invisible. Ладно, возвращаемся. Возвращаемся. А кто это? Зенитки. Ладно, это с респауна зенитки меня душит. Так, ну там двое стоят. Я только одного забрал. Да. Там еще, по-моему, бегля стояла. Или она все? Я так и не понял. Так, еще 4 бомбы. Но эти бомбы такие какие-то. Я их не понимаю. Едет что-то. Что-то едет. Это як тигр был? Ого. Тяжелую технику выкатывает уже. Уже тяжелую технику выкатывают. Так, надо бомбу завести по возможности на точку С, если я успею. Не, я не успею, он захватит точку. Вот, я его вижу. Не сработало. Странно. Даже попадание не дало. В инвизе, что ли? Все, у меня больше не осталось бомб. А за ухожу, то все, тут игра закончилась. Какую-то мне расцветку дали. Что за расцветка? Посмотреть. Внешний вид. Двухцветный поздний. Сейчас посмотрим. О, кстати, нормальный. Кстати, вообще имба. Черненький такой. Мне нравится. Хороший. Так, да-да-да, вот что я хотел. Я хотел посмотреть модификации. Что-то у меня тут, ну... Все качано, да. Только что ты горишь. Испытать. Не надо мне был папы. Я шарю, что они у меня есть. Но они мне не нужны. Подвесное вооружение. Вот. Вот что мне нужно. Ну. У меня стоят... Одинаковые вроде бомбы. Но они почему-то все равно отличаются. Редактировать. Так, это что у нас стоит? Это... МК-13, МК-1. Можно здесь поставить МК... Подожди. МК-1... Ну, убираем, пусто.
Ну только такие, ладно. А что? Другого выбора нет. Они отличаются от первых. Не знаю чем, но это чувствуется. Их даже первые проще кидать, вторые какие-то. Но не так они падают. Не так. Поеду, наверное, вот так вот. Могу себе позволить. Я быстрый. Поспидранить по первой линии. Пустите пожилых. Пустите пожилых. У меня третью уже катку подряд кидает. Очень приятно. Да, меня кидает даже не на свой БР, а топ списка. Не буду жаловаться на это и говорить, как это, потому что сейчас улитка мне прекратит подкруточку и все. Что, да. Все устраивает, мне все нравится. Все отлично. Плохо, это что-то прилетело, что-то страшное. Это как? Это что такое? В смысле, Крайслер? Я давно Крайслеров не видел. Блин, вот это он быстрый. Он очень быстрый. Офигеть. Я очень давно Крайслеров не видел. И он разве на 8,7 играется? Вроде ж нет. Он где-то на 9,0 должен играться, по-моему. А... Это плохо. Надеюсь, меня не видно. Или меня уже увидели. Пусть они пролетят, тогда я пойду дальше. Все, они пролетели, можно двигаться. Я даже уже вижу... Ой-ой-ой, как их много. Вот здесь еще один стоит. Вот он, вот он, вот он. Мне нужно подъехать поближе. Ля-ля-ля. Ой, ля-ля-ля-ля, что творит? Хорошо. Ой-ой-ой. Это ж там респаун. Ну все, да, все. Ну, 4 фрага, все, на летку сразу прыгаю. Я прыгаю сразу на лед. Будем тушить танкистов, бомбить их. Надо поддать газку. Ля, ты шо, там их стоит. Надо срочно туда падать. Чуть-чуть поднабрать высоты. Падать туда. Ля, там красота. Так, ну засветы все в той же стороне, в принципе. Давай, хвостик откроем. Поставичок. Так. Вот этому сюда, потом. Вот сюда, вот сюда. И хватит, пожалуй. Ну, 3 из 3. 3 из 3. Отлично. Буканир просто имба для РБ. Имбище жесткое.
Просто лютая имба. Так, у меня еще одна бомба. Потом мне нужно будет пользоваться другими уже бомбами. Они будут чуть похуже. Ой-ой-ой-ой-ой, это ж стрела. Но я все равно забрал Т-55. Стрела не справилась со своей работой. Да, это лютая штука. На малых БРах ее добавили. Лютая, просто лютая. Разбирает всех. Бомбардировщик. Бомбардировщик 3. Нормально. Какие-то задания повыполнял. Пойдет. Компания. Какая себе компания, конечно. А зачем ты стреляешь? Так, ну... Снова меня хорошо кинуло. Приятно, приятно. Это очень приятно. Приятный БР. Особенно, я сегодня днем катал леопарда нового, Т-90М катал, там чуть-чуть их докачивал, да и просто катал, выкатывал. И качал этого Вискоса, Вилкоса нашего. После них на этом аппарате, вообще на этом БР, блин, как же приятно. Очень приятно играть. Так, ну я там слышу звуки. Так, мы тебе сразу за твою наглость кинем арту. Было бы хорошо, конечно, если порта сейчас шотнула его. Это было бы вообще бомба. Моя, кстати, да. Моя арта ничего не сделала, да? Несправедливо. Все, успокойся, ты выбитый. Ой-ой-ой, у него неприятный пулемет. Для меня он сильно неприятный. Тут чуть-чуть повтыкаю, можно, да? Не пробил. Не, я уже не хочу здесь втыкать. Блин, я поздно его заметил. Зенитка, гепардик. Ну я в него выстрелил, но у нас в игре не засчитывается выстрел, когда тебя убивает. Я не знаю почему так. Ты ж выстрелил. Твой выстрел вылетел. Куда он делся? На сервере остался? Вот туда.
Плохо, зенитка стала. Зенитчик, конечно, ленту по мне пустил. Все. Так, Советский Союз за нас, значит, стрелы в их команде нет и не будет. А, вот он. А я вырулю, интересно. Ну, двоих я забрал, а зенитчика нет. Или его убили? Нет, его не убили. Мардера тоже забрал. Хорошо. Теперь надо вверх уходить. Набирать высоту. Эту точку захватывают наши. Да, да, это наши. Вон еще один. Четыре бимбы. Там зенитчик, вон он, за стеночкой стоит. И второй. Или то просто с пулеметика кто-то летает. Да, я, наверное, все-таки туда полечу. Вот, мне не нравятся эти бомбы, потому что прицел какой-то странный становится. Я две кину на всякий случай. А, я двоих забрал. О, хорошо. Две бомбы выкинул, двоих забрал. И так, на всякий случай. Потому что первая плохо легла. Не хотела ложиться. На этом респауне никого нет? Есть. Вон один, вот второй. Но тут надо, конечно, нормально так кидать. Вот так вот ему. Да, да, да. Это хорошо было. Хорошо я бросил. Улю-ля-ля-ля. Струлькает, струлькает, злится. Маленький такой, быстрый. Но он уедет, да, он уедет. Он смог уехать. Ну, я нормально. Сколько я их там? Я два фрага на танке сделал. Шесть фрагов. Я шестерых забрал на бомбах. Все, возвращаемся на базу. Можно возвращаться, пополнять БК и с новыми силами в бой. Главное не разбиться на летной посадке. Взлетно-посадочной полосе. Так. Лягушка свой хвост скрыла.
Аккуратненько на пузика его садим. Это кто? Чужой. Да. Ну свой. А нет, свой. Обманываю. Обманщик стример. Так, ну все, довольно быстро перезарядилось, аж что у меня не у меня обычные эксперты, не асы. Все равно быстренько. Так, а у нас все точки позабирали. Я когда улетал, было... За нами было две точки, у них только одна. Теперь смотрю, все. Это не дело. Надо набрать скорость. Скорость набрать. Сильно я тяжелый. Ну, понятное дело, сколько там, 8000 тонн тянуть. Аж правильно? 8000 тонн? Не, 8000 футов. Фунтов. А в килограммах 8 по 200. 1600, грубо говоря. На 600. Так, ну наши снова забрали все точки. Вот последнюю забирают. Хорошо. Так, хорошо. Так, а что, тут никого нету, все? Нет, у них есть команда, только где она? Блин! Уходим, 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 уходим. Там зеничек спрятался. Зеничек плохо сделал. Зеничек мне очень больно сделал. Ох, и крыса. Все. Выбрасываем бомбы. Чтобы они нам не мешали. Возвращаемся опять на базу. Не дадим ему фраг забрать. А да, можешь стрелять. Конечно. Ох, и зеничек, да-да-да. Мне надо продержаться, не упасть. Все будет хорошо. Игра уже закончится. Нормально. Нормально. Дальше.
Так, что это у нас тут такое? Это у нас солнечный город. О, я снова вверху списка, да, да. Это какое? Это четвертая катка подряд. По-моему, четвертая. Но меня полностью это устраивает. А я вам скажу, почему я в топе. А потому что все сейчас на вилкосах играют. Многие до сих пор качают Т-90М, Леопарда второго. Что у нас там еще? Абрамс новый, который с черепицей по бортам. И, естественно, вилкоса многие уже взяли, катают. А другие не играют, просто смотрят обзоры на этого вилкоса и думают, продавать его или брать. Поэтому все на топах. И тут остается свободная ячейка. 8,7. Да. Не вовремя ты выкатился, дружок. Здесь имба. Здесь имба. БТ-7 кого-то... Кого-то убил? Не. Да, БТ-7 кого-то убил. Или нет, не убил. Не, он не убил. Он в труп выстрелил. Сейчас, 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 сейчас. Так, там вторая пушка, вторая, вторая. Это очень плохо. Страты эффекты, конечно. Блин. Так когда ж ты там закончишься? Так, но я с ними не дружу. Надо уезжать. Ой, куда я врезался? А, у меня двигатель выбитый. Это плохо, я далеко на нем не уеду. Надо попробовать. Все. Закончился. Блин, ну мне хана, да, мне хана. Ай, почему я вышел с катки? Нет, у меня ж там буканир. Блин, сейчас буканир заблокирует. Буканир заблокирует. Плохо. Маус встретился. Блин, и насколько его заблокировали? На 5 минут. Спасибо. Так, ну снова, да, 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 снова вверху списка. Все, снова я сверху. Пятый или шестой раз подряд.
Блин, здесь едет. Вот зачем ты сюда приехало? Чудовище. Ой. Да, я зря ехал. А я смогу выстрелить вообще? О, вроде едет. Давай, не бойся, тут никого нет. Всего лишь я и еще двое. Я скатываюсь, что-то скатываюсь. А, вот. Спрятался, да? Танкист спрятался. Там еще один. Так, ну тут сзади меня еще вот. Вот здесь где-то едет. Он уже. Вон он. Не знаю, он где-то за камнем. Я не поеду его туда искать. Блин, японец не хочет выезжать, не хочет, он сидит. Крепко сидит япошка. Прям как на Гуадалканале. Или Белилиу, или Сайпай. Кто-то типа такого. Да. Ладно, я поеду в объезд. Не хотелось этого делать, но придется ехать. Думал, танкисты будут выезжать, я по ним стрелять. Не хотят. Я подзастрял в грязи. Это откуда было? Спасибо союзнику, который меня просто поджал сзади. Он просто мне не дал назад откатиться. Офигеть. Бля, какие же дауны. Но это, скорее всего, бот был. Плеер там с номерами. Это бота добавили. Ой, лучше б вообще не добавляли. Лучше б не полный бой был бы.
Хотя, может быть, это и игрок. Так, Буканир. Разбанили мне. Я снова в топе списка. Снова сверху. Это в седьмой раз. В седьмой раз подряд я в топе списка. Считаем дальше. Продолжаем считать. Шестой или седьмой. Вот где-то так, да. Я только что задумался. Так, а не шестой ли это раз? Ну, где-то около того. Шестой или седьмой. Вот как стрим начался с первого боя, и я в топе играю. Мне пока нравится, меня устраивает. Пока все отлично. Так и должна игра играться. Пока игра дает, нужно брать. Сполна. Так, вон я вижу, едет, это Мардер. А, это было очень плохо. Да, все. Плохо, плохо, плохо. Так, у меня есть дублер. Я могу выехать на дублере, да, у меня есть дублер. Плохо выстрелил, в движок попал. Кумулятив — это страшная вещь. Мне нельзя с кумулятивом бороться. Надо сразу их убивать. Так, разведанная точка. Ой, точка. Цель получила урон. Мардер где-то здесь. Или где-то там. А, они вот здесь все. Блин, я понял. Не, я, конечно, понимаю, он меня пытался развести на выстрел, но я-то знаю, что у тебя КДшка 6 секунд, я знаю. А также я знаю, что у меня скорость большая. Разводить можно медленные танки, которые забайтятся на выстрел и такой, о, то я поеду. Я поеду и убью его, потому что он лох. Он отстрелял снаряд и все на этом. Ну, с колесниками это так не работает. Так. Летит что-то. Страшно. Надо переждать. А, это свои. Но все равно было страшно. Я боюсь. Так, он за домом, я не вижу. Забрали, забрали. Это была имба. Это мимо меня пролетело, я не знаю, что это было. Либо метеорит, либо самолет. Так, вот здесь едет. Я плохо выстрелил. Не мог отлететь от этого. М-да.
Летчик, конечно, да. Такой себе летчик. Еще один, а не, это уже гепард. Ну ладно, ладно, ладно. Я беру. Давай, давай. А, мне не хватает очков, все, я понял. Мне не хватило очков. Мне не хватило очков. Поехали дальше. Летчик меня почти заштурмил, но с кривыми руками летать не умеет. Зажадничал. Хотел меня забрать, но не вышло даже забрать в размен. Блин, ну ему бы этому бы транспорту 6 секунд перезарядка. Но это, конечно, уже фантастика, это я мечтаю. Было бы неплохо. Вообще неплохо. Так, ну все, походу, да? Да, закончилось. На седьмом, на восьмую катку у меня уже бросило на 9,3, я так понимаю. Type 16 это 9,3 или 9,0? Все, закончилось везение. Ну, на самом деле, было неплохо. И так неплохо, спасибо. Улитки, что дала поиграть на верху списка, а не как обычно. Это, наверное, за сегодняшние мои страдания. Я страдал. Я много страдал сегодня, играя на вискосе. Так, вот там вот. Ой, не. Я чуть-чуть баллистику перепутал. Давай, 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 давай. Все? Ну, все так все. Не, он светится, он еще светится. Он не погиб. Ой-ой-ой. Я на турма... Не-не-не, у меня же должен быть самолет. Я на турма вылетел. Который там... Не, мне не хватает. Нужно фрага 2-3 делать, чтобы вылететь на Буканире. Плохо, плохо. Я его не слышал, но он на месте стоял. Я его не услышал. Привет, а что с ломами стало? Почему рикошеты одни? Рикошеты у меня или от меня? Ты уточни. Когда я стреляю, рикошеты. Или ты за себя говоришь? Ты в игре одни рикошеты у тебя. Я просто не так понял. Ты имеешь в виду меня или себя? За меня. Ну смотри, сейчас идет марафон, это во-первых. Во-вторых, недавно обновление было. Вышло много техники, которую некоторые до сих пор качают. Сервера перегружены людьми, поэтому система выезжает как может и делает многим, ну так сказать,
бока показывает свои, чтобы ты... Ну, срезает кому-то урон, делает непробитие, делает рикошеты. Потому что слишком много всего, слишком много всех играет. И кто-то будет имбовать, а кто-то будет проигрывать. Как-то несправедливо. Поэтому игра пытается сделать баланс. Закончится марафон, и обновы уже не будут такими обновами. Мне кажется, полегче станет. Меньше игроков станет. И урон вернется, да и все вернется обратно. Ну а так привыкай, это наша игра. Это нормально. Это нормально. Блин, ну у меня тут много, вообще много людей. Ну все, да, меня съели. Слишком много противников, я один. Никто не поехал на этот местяк. Если у тебя слишком много каких-то непонятных ситуаций, типа рикошеты, непробития, попадания, а тебя ваншотят, попробуй сменить нацию, либо сменить БР. Должно помочь. Я всегда так делаю. Если, ну, уже не идет вообще ни в какую, но как-то остановилось, то я не играю, я перехожу на другую. Вот я на этой тачке катаю, пока есть урон. Вообще у нее урона, ну, такое, мало. Она слабо пробивает вообще на любых, если тебя низ списка кинуло или вверх списка, неважно. Она плохо пробивает, потому что так сделано. Если бы она хорошо пробивала, и она еще колесник, то, блин, это была бы имба. Понятное дело, уже ты бы нагибал других игроков, они бы расстраивались, у них не получалось, и они не играли бы в эту игру. Разработчику это не интересно, поэтому он нерфанул ее по урону. Но я вот играю сколько, час на этой машине уже, и у меня все хорошо, у меня есть урон. У меня даже ваншоты почти всегда залетают. Так что, если что-то не выходит, просто поменяй, попробуй поменять нацию. Так, но меня кинуло... Не в топ. Т-72 вижу. Я опять улетел на 9.3. Я улетел на 9.3. Я вот, кстати, пример тебе приведу. С первого вот час играю. С первой катки по шестую, седьмую меня бросало вверх списка. Я играл вверху списка. Я играл с 55-ками, БМП-1. Мне маусы попадались, мне тигры попадались. Вот это плохо. Блин, это XM. Все. Я приехал. А хотя еще не приехал. Блин, ну долго ремонтироваться. Если мне кто-то поможет с ремонтом, будет хорошо. А так, конечно, очень сильно плохо. Выбил он меня сильно. О, спасибо. Это было вовремя, спасибо. Если 100 очков, то ты в жопе. Если 150 или 160 очков, то ты в топе. Но я по технике смотрю, я не по очкам смотрю. Я смотрю по БРу. Когда я вижу, что какой-то хлам против меня кидают, то мне играть намного легче. Давай, давай, давай. Во. Видишь, уже урончик пропал. Его уже нету. Это должен был быть ваншот. Там БК прокраснело. Но его не было. Огонь, артиллерия. Блин, вот тут стоит. Он уже, наверное, не выйдет. Он уже не выйдет. Ой, я не знаю, куда это мне попали, откуда. Ладно.
пойдем дальше. Ну вот, я в топе. Для меня это топ. Ну и в принципе это и по системе топ. Я играю с рухлядью холодной войны. А сам играю на технике, которая, ну, превосходит их. По подвижности, по скорости перезарядки, по урону. Но все равно, если они в меня попадут, я отлетаю с тычки. Потому что я картонный, а у них камерники в основном у всех. Ну, кто там уже на точке? Алло. Да как? Я думал, его добили. Нет, не добили. Так, мне надо будку спрятать. Будка слишком большая. Еще и вертолет. А, это свой вертолет. Я думал, это как обычно. И КВшка танканула от тебя. Блин, ну, смотря на чем ты был. Блин, дерево упало, я ни черта не вижу. Мардера я нащупал. Нащупал танкиста, вон еще один. Блин, как же плохо. Очень плохо попал. Задний ход мне напоминает Турбса. Т-72Б, первый лом. Ну... Да, тут подкрутка. Ты еще должен понимать, ты знаешь, как, когда ты не пробиваешь какого-то типа, хотя ты уверен, что ты хорошо попал, и ты должен был пробить и шотнуть эту рухлядь, ты заходи на карточку этого игрока и смотри, сколько у него боев, какое у него КД. Потому что игра подкручивает тем, у кого не получается играть. Так, где ты, где ты, где ты? Я не вижу его. А, вот же он. Это что такое? Это пума. Еще один мардер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я плохо встал, вообще плохо встал. На, это тот, кто меня стоял тут, задрачивал. Блин, деревья попадали, но это никуда не идет, не годится, не идет так. Как играть-то? Я ничего не вижу. Давай, давай, давай. Бля, там бомбардировщики падают. У-у-у. Так, там, по-моему, вот здесь где-то стоял. Вот, по-моему, сбоку этого здания. Я так моментиком видел.
Или я накрутил. Но я что-то видел. Я что-то видел. Так, ладно, может попробовать переехать? Нет, я не накрутил. Я не накрутил. Так, по мне еще птуровозка стреляет, но я не вижу ее. Да я вроде нормально выстрелил. Почему так низко? Все. Теперь хорошо легло. Вот это я осуждаю летчиков, которые пролетают низко и пугают меня. Я пугаюсь и промазываю. У меня не получается. Давай, брат, удачи тебе в жизни и в игре. Тебе то же самое, аналогично. Спасибо, что зашел, посмотрел. Подписывайся и заходи временами, когда есть желание и время. А вот и колесничек этот. Ой, колесничек, визелек. Ну хотя это не тот визель. А по мне какая-то птуровозка стреляла. По мне стреляла птуровозка. Так, ну нужно чуть-чуть дальше проехать. То я скоро прирасту уже к земле. Сейчас меня еще кемпером начнут называть. Ля, кемпер. По-другому играть не умеет. Блин, я чуть-чуть застрял. Так, ну у нас одна точка. У нас одна точка, и она наша. Как говорится, я стою здесь. Я танкистом, и они мне все. А, я ему горизонталку выбил. Да. Так, ну там еще один был. Был еще один, я знаю точно. Точно знаю, я видел тебя. Вон он поехал. Ля-ля, какой хитрый танкист. Прячется. Визелек, визелек меня победил. Почему мне так везет на стримеров по нейму с онлайном в полтора человека? Я не знаю. Я не знаю. Может, ты ищешь такие каналы? Может, ты определенное что-то ищешь? А я стримлю что-то определенное. Я не знаю. Обычно, если кто-то стримит крупный канал, то он будет в топах выше намного, чем я. Намного. У которого 100, 200, 300, 500 тысяч человек. Ну, если выбивает меня, то мне приятно, потому что YouTube меня продвигает. И люди заходят и меня смотрят. Ну, а может, ты просто искал что-то определенное слово, ввел там, я не знаю... Обзор, новая техника, марафон. У меня так и называется стрим. Марафон и новинки. Что искал, на то и напоролся. Понимаешь? Если ты это искал. Если хочешь крупный канал, то подписывайся на Крюгу, ЧСВ, Укус. У них всегда там... Сотни человек в чате. Розыгрыши. Я не знаю, по-моему, уже закончились розыгрыши, но были. Там всегда движуха. А хочешь поддержать маленькие каналы, такие как я, то присоединяйся, подписывайся и смотри, участвуй. Блин, я не вижу никого не вижу.
Ничего я не искал, просто стрим, я как-то, да зачем они мне, они, у меня есть Zetrox и К2. Да, кстати, Zetrox и К2. Я тоже на них подписан. Мне нравится. Мне нравится Zetrox, он отличный летчик. Если тебе интересна летка, он, наверное, шарит намного больше, чем кто-либо. А К2, его фишка, это, наверное... Они сортой балуются. У них есть там своя система, по которой они стреляют и попадают. Один беспилотником надводит, а второй стреляет сорты. Это мне зашло, это мне заходит. Это весело, это прикольно. У меня немножко другой профиль. Я играю в танки и играю VR-игры. Пробую, я не знаю, живой он, не живой. Кину на него. Я... Нет, он не живой был. Я стримлю VR. Вот недавно допрошел Half-Life Alyx VR. Отличнейшая игра. Людей немного заходило, но... Смотрели... Интересовались, некоторые даже ждали, спрашивали у меня, когда я начну ее стримить. Да, были такие, их немного было, там пару человек буквально, но ждали. Стримеров, которые сейчас стримят VR, не так уж и много. А фишка интересная, игр масса, просто надо выбирать, смотреть. Более мне как Игорьку с 1000 часов особо и гайды, обзоры не нужны, а новая техника на стримах шарящих типов всматривается. Ну, значит, ты просто заходишь пофаниться, посмотреть, что это смешное, веселое, да? Пообщаться с людьми. Если тебе обзоры новинок не нужны. Так. Блин, ну это плохо. Танкисты. Много танкистов. Много-много танкистов. Кто-то стримит VR, я стримлю VR. Еще есть крупные каналы, которые стримят VR. VR набирает оборотов, потому что сейчас выходят такие игры, которые просто... Ну, они просто обезбашенные, действительно. Ты просто можешь хотя бы один из стримов, он у меня в плейлисте есть, записи стримов Half-Life Alyx VR. Просто зайди и посмотри. Просто посмотри, как... Как там? Какая игра? Как прорисована? Просто я не заставляю тебя просматривать все от начала до конца. Ты посмотри, какая она. И поймешь, почему некоторые стримят VR. Такого в танках не увидишь. Я когда помню, впервые видел, как... Алекс, Half-Life, Алекс, VR проходили, я был в восторге. А потом, когда я одел VR-очки и сам погрузился в виртуальную реальность, ну, это имба. Кстати, ой-ой-ой, постой чуть-чуть. Ты чего? Кстати, в танки что же можно играть? Наши танки можно играть в VR. Самое интересное это налетки. Это в СБ. Что это максимально реалистично. Еще джойстик надо и... Но это очень круто. Ну, на танках я тоже пробовал играть, но мне не зашло. Неудобно. Ты головой крутишь, и ты на месте командирского этого, ну, вот, лючка. Вот так вот. Вот ты здесь находишься. Когда ты головой крутишь, ты смотришь в разные стороны, но при этом башня не крутится.
и ты теряешься в пространстве, ты не понимаешь, где ствол орудия. А также ты не видишь, сколько у тебя снарядов, какие модули у тебя повреждены, где ты на карте. Этого нету. Я как-нибудь могу постримить, показать, как это в танках. Сюда. Я могу это сделать, мне не сложно. А, там нормально товарищи стоит. Я даже не знаю, как их законтрить. Блин, ну, плохо. Мне бы в это окошечко как-то выехать и... Давай. Это ты плохо сделал. Это ты неправильно сделал. Вот это уже читы. Вот это читы. Через дымок я стрельнул, да? И это читы. Бля, читер. Читер. Бан срочно. Срочно модератора, администратора, всех. Надо выдавать баны. Я ничего не вижу в этих новых эффектах. И я, кстати, не знаю. Кто-то вот сейчас, кто смотрит игру, интересно, из вас кто-то ждал вот эти эффекты дымов? Кто-то просил их от разработчиков? Признавайтесь. Я думал, через труп прострелить не получилось. Признавайтесь. Я не буду вас осуждать. А, да, это Видар, я думал, это что-то другое. Мне друг в DS VR стримил. Это такой блевотрон, если честно. Играть прикольно, ибо сам VR и сам VR игры, хоть и не сюжетные, тестил какие-то, какие не скажу, ибо у этого же друга в гостях был. То, что помню, так это то, что это был шутер. Рогалик. Тут, похоже, я один. Нет, ты не один, я по числу людей вижу, что смотрят 4 человека, просто ты один в чате пишешь. Просто некоторые скрывают свой канал, и поэтому не отображается, когда он смотрит. Да-да, есть такая фишка. Я не знаю, для чего это делать, все равно стример видит, кто смотрит канал. Я не знаю, что это вы играли. Но в VR много игр. И именно Блевотрон, не знаю. Блевотрон для меня это в этот VR в СБ летать на самолете на больших скоростях. Именно возле земли. Возле земли, не в небе. В небе там ничего сложного нет. А вот когда ты над землей летишь, на низкой такой, не, там метров, так я скажу, как я летал, 50, 70, может 100. И ты начинаешь крутить виражи всякие. О, вот это да, это Блевотрон. Это да, тут соглашусь. Там тяжело, но опять же, ты день-два, недельку поиграл, и у тебя организм привык, и больше ты уже не Блевотронишь. Смотрел стрим, а играть не сказать бы, что... Не вижу там сердечко в чате, не вижу, что именно за ним. Так, ну... Я понял, что я здесь не побомблю. Я ничего не вижу. Ну вот, я чисто по маркерам могу кидать. Примерно я... Ну, я кину все равно. И здесь я уже не успеваю кинуть. Но я слышал звук, да, там есть кто-то. Кто-то есть. Так. Сейчас бы еще засветик. Во, отлично.
вот сюда. Ну, они за домом стояли, не получилось. Еще 4 бомбы. Отлично штурмить, когда ты ни черта не видишь, кидаешь по маркерам, которые кривые. О-о-о, вот это вообще было супер, только мне не хватает мощности довернуть. Сейчас я пройдусь по этой колонне. Вот сюда, вот сюда, вот сюда и вот сюда. Ну, двоих забрал. Фух, в тумане двоих забрать, я считаю, это нормально. Еще и око дали, око за око. Смотреть стрим, а играть не сказать бы что. Понял, теперь увидел. Вне контекста не очень понятно. Но я к тому, что смотреть VR-стримы, Блеватрон смотреть VR-стримы, Блеватрон смотреть нет. А, я понял. Смотреть именно VR. Смотреть стрим VR именно, это Блеватрон. А просто смотреть, то нет. С экранов, там, телефона, компьютера. Или ты имел что-то в виду другое? Ну, если... Да, в VR есть YouTube VR, то есть ты можешь его включить и смотреть стрим чей-то в VR, или стрим VR в VR смотреть. То я не знаю, я не пробовал, но может быть это не очень интересно. Играть. Нет, опечатался. А, играть. Ну, играть мне нравилось. Мне нравилось. Знаешь, почему, что еще может быть не так? VR-шлем у меня до компьютера этого, на котором я сейчас играю, был. И я пробовал играть на ноутбуке. У меня неплохой ноутбук был, но не сказать бы, что там слишком крутой. И я пытался поиграть в какие-то игры, ну, легенькие, а он у меня тянул на VR. А потом я подключил Half-Life Alyx VR, вот это ж, которое я проходил недавно. И мне было плохо. Мне реально было плохо. Я заходил, а все почему? Потому что у тебя компьютер не вытягивает. У тебя там просадки, фризы, лаги, которые ты можешь даже не замечать. Это не так, как на компьютере, что типа вот я еду, раз меня куда-то кидануло, я куда-то врезался, либо картинка размазалась, либо еще что-то фризануло. Там по-другому. Там вроде бы ты видишь все, и вроде бы все нормально, но оно тормозит. FPS маленькие, частота кадра маленькая, у тебя начинают болеть глаза, голова, ну и вообще тошнить. Это, кстати, из-за того, что компьютер слабый. Вот как только я начал играть в VR на этом компе своем новом, то все пропало. У меня все отлично. Не тошнит, голова не болит. Не, понятное дело, если я 2 часа поиграю в VR, у меня будут болеть глаза. Блин, вот это я, конечно, да... Ой. Его убили или нет? Не, он сюда смотрит. Он смотрит сюда. Заговорился, стою, а там противник. Да. И здесь. О, какая жесть. Побыстрее бы чуть-чуть задний ход ему. Было бы замечательно. Вот это ты зря. Блин, вот прям вот здесь. Или подожди, это я М60-го слышу? Я не уверен. Нет, это... Ой. У меня показывался маркер за домом, а танк вроде как противника. Вот что-то лагануло. Я думал, это противник. Маркер за домом был. Он как-то не над танком был, а за домом. Что-то оно лагануло. М60-го просадил, он думает, за что? Так, что там, есть кто-то, да? Тут, кстати, вот едет.
Вот. Блин, ну это плохо, там, по-моему, колесник. Если его оставить в живых, это будет осложнение. А, он точку берет. Вон он. Сейчас я ему туда. Задний ход, конечно, это слабость этого танка. Он так-то хороший для 8.7. Достойная замена Ройкету. Ройкет был на 8.7, теперь он. Ну, задний ход, конечно, это беда. О, артой забрал. Блин, нормально. Это было нормально, кстати. Но на точке еще кто-то есть. Я слышу еще человечка. Я правда не знаю, как его достать. Туда я не поеду. А ты что? Или подожди, это я Ройкета слышал. Я просто далеко слышал. Все, можно уезжать. Я Ройкета слышал, я думаю, что такое? Что это такое? Вроде колесника забрал артиллерии, а слышу все равно колесника. Так. Ой-ой-ой-ой, мне повезло. Я думал, я сейчас выстрелю и попаду в труп. Нормально. Вот здесь кто-то есть. Можно, кстати, вот так вот, наверное, бросить дымы. И поехать за ним, да? И вот так вот еще дымы кинуть. Ю! Он меня испугал. Он меня реально испугал. Я не успел, кадешка. Я проезжаю, он заводится. Он стоял там. Стоял на холостых или с выключенным двигателем. Может, он ремонтировался, может, ему выбили движок. Но я проезжаю. Я ж слышал, что кто-то туда поехал. Проезжаю, он заводится. Ё. Испугался, наложил в штаны. И сел на самолет. Так, ну у них почти вся команда живая, а у нас... Не, в принципе, одинаково. Только я так понял, у них есть лед, когда он налетает. А, он один разбился, второй не знаю, есть ли у них второй. Против ледки я, конечно, такое. У меня нет пулеметов. И ни ракет, ни пулеметов, ничего. Чисто бимбы. Я легкая добыча для любого истребителя. Так. Ну, теперь все зависит от маркеров. А, вот. Ну и летит на меня истребитель. Уходи, уходи, уходи. Уходи. Да. Ну я два танка забрал. Меня все равно бы этот самолет забрал бы. Что я решил пойти в бан. Но бы меня забрал истребитель, я бы от него не ушел. Мне нечем защищаться. Крутить, вертеть его смысл и не получится. Это
Это стратегический бомбардир, не стратегический, это палубный. Не вытянет. Зенитки, которые мои стоят на респауне, они просто курят и в потолок смотрят. Что такое? О, хорошая карта для колесника. Это хорошо. И это будет лучше. Это против зениток и всяких ЛТ-шек это будет получше. А чё у меня их 6? Не надо мне 6. А чё ты стреляешь? Не надо стрелять, не надо. Агрессивный танкист стреляет по мне. Максимально не нравлюсь ему. Почему, не знаю. Так. Ну, тут главное успеть проскочить. Так, что у них? Тут XM может быть быстрый. Тут БМПшки, тут Type может быть. Тут колесник китайский, тут Чентаврик. И все, в принципе. Короче, есть техника, которая может меня опередить. Это будет больно. Так, вроде никого не увидел. Но это еще ничего не знает. О, беспилотник вылетел. Уже вылетел беспилотник. Если он меня увидел, то все, танкист будет там стоять до последнего. Если он меня не увидел, то он может поехать вперед. Если продолжать наш разговор про VR, то АСБ с шлемом летать прикольно. Да, да, да. Я ж про это тебе и говорил. У меня просто нету этого манипуляторов для полета. На купить бы еще надо где-то найти джойстик нормальный. И можно учиться, ну как учиться там, месяцок погонять, пострадать, и будет получаться. Вон есть этот очень популярный, я не знаю, он американец или европеец, пока вот все равно кемперим, расскажу. Я не помню, как он подписан. О, кто-то едет. Но он точно англоязычный какой-то. Он играет на вертушках в СБ. Он играет чисто в VR-очках, у него педали вертолетные, ну это не чисто вертолетные. У него джойстик, у него там много чего есть, короче. Блин, это плохо было. Короче, я так понял, меня разведали. Да, меня разведали. И он летает очень круто. Он ас в своем деле. Но его сотни тысяч смотрят. Я видел его шортсы там. Сотни тысяч просмотров. Кстати, я только что походу танканул деда. Т-10М. Это жестко. Так, он вроде опять едет быкануть на меня. Но мы в размен пошли. Сейчас я на самолетик сажусь. Да, меня там какая-то разведчик, какой-то там разведчик стоит. Он летает, он меня увидел все-таки. Сейчас мы прилетим. Если он там до сих пор будет стоять, я его найду. Я его найду и заберу с собой. У него контент только про... с ним появляется, но я понял, про кого ты. А, ну ты понял, короче, ты понял, о ком я. Мне нравится, он, ну действительно, там мастерство. Там он четко летает. Он именно свои видосы про, ну, монтаж делает красивый. Как он именно видит себя, ну вот, снимает его камера, как он за столом сидит. Использует все эти рычажки, все это использует. Потом, как он в игре летит от первого лица,
И уже съемка от третьего в свободной камере. Блин, это круто. Какие он там пируэты делает. Вот так же можно делать, в принципе, да? В Тундре так можно делать. Но нужен хороший компьютер. Тебе плохо будет играть, если VR-ка не будет вытаскивать. То есть компьютер не будет вытаскивать твой VR-ку. Так, он где-то вот здесь должен стоять. Пока я никого не вижу. Ёп! Я засмотрелся. Да. Это надо так уметь врезаться в единственную гору на карте. Я засмотрелся вниз и не смог вырулить. Короче, прикольный тип. Я на него не подписан, но часто попадаю на его ролики. Круто он играет. Не, у меня не заблокировали, кстати. Отлично. Буканир не заблокировали. Я думал, заблочит. Я просто думал себе джойстик брать для этих целей, попробовать. Но я пока нормальный джойстик не нашел, а какую-то, ну, мусор какой-то брать ради того, чтобы чисто попробовать, нет. Пожалуй, я на потом оставлю. Когда-нибудь что-нибудь-то завезут. И я его приобрету. Так, я попал на 9.0, я не помню. А, это 74C, это я попал на 8.7. Я попал, походу, на свой. Да. У него контент только по сбиткам появляется. Но я понял, про кого ты. Ой. Я думал, это новое сообщение от тебя, но это старое. Но он на самолетах я не видел, чтоб летал. Он летает на вертушках. На танках я тоже не видел, чтоб он играет. Так. Плохо. Тормозов на этой тачке нет. Вон, там стоит кто-то. Дерево мешает. Есть. Так, двигатель, да, все, да? Ой, это я куда-то плохо попал. Я просто не... И так не видно. Это был Видар. Это, кстати, имба была. Это опасная штука. Он бы как чемодан мне прислал бы в гости. И все. На этом все бы закончилось. Нормально. Слушай, нормальный. С этого места простреливается, кстати, один респаун и выезд с другого. Запоминайте. Запоминайте. Я частенько придерживаюсь определенной тактики, ну, чтобы мне весело игралось, комфортно. Я же захожу в игру не гореть, а получить удовольствие. Становишься где-то на проезде, где-то на простреле, делаешь 2-3 фрага и потом только двигаешься. Таким способом ты повысишь свое КД, умение стрелять, играть, знать проезды, разъезды, куда кому стрелять. И тебе будет веселее, ты не будешь гореть от игры. Это бесплатный совет всем вам. Пользуйтесь. Встал, отработал, сделал пару фрагов, едешь дальше. Не получилось, пошел в другую карту и повторил. Так, но танкисты не хотят ехать. Если они не будут ехать, то, естественно, мы будем ехать к ним. Не понял. Не оттуда по мне стреляют. Не надо нам такое. Кстати, отсюда вы можете еще приехать, но я пока там никого не слышу. Это для ЛТСТ. Так. Я не понял, откуда у него залетело. Сейчас я прочитаю твое сообщение. У меня тут... Что-то происходит. Я не понимаю, что.
Так, ладно. Так, БРБ, БР по количеству ВВ узнать можно. 150 или 130 противник на 0,3 выше твоего БР, а ты на 0,7 ниже максимального БР, ты в полной жопе, ты на плюс 1. А, не, ну я знаю, что можно по этим, но я привык по технике смотреть. Я просто плюс-минус каждую технику знаю, на каком она БРе. Поэтому я смотрю, кого кинуло, и сразу ориентируюсь, что мне повезло или мне не повезло. У меня с начала стрима, я как стартанул стрим, начал играть на этой тачке с буканиром, меня кидало 6 или 7 раз подряд. Меня кидало в топ списка. Я, конечно, понимаю, из-за чего это происходит, и не стал жаловаться. Почему так происходит? Потому что сейчас все выкатывают, кто еще качает Т-90М и Леопарда 2 и Абрамса. Кто уже их выводит в топ, а кто до сих пор проходит марафон или уже взял Вилкаса и катает на нем. То есть сейчас топ забитый. Топ и предтоп забитый сильно. А 8 и 7 ниже, они свободные. Поэтому ты играешь почти всегда в топе, либо на своем БРе. Приятно, очень приятно. Так, ну... Техники много едет техники. А, у нас смотри, что стоит. У него основная пушка живая еще, да? Да я шушу. А, как он так? Я же отъехал. А, ну тут почти черкануло. Черкашек такой по борту проехался. Ладно, ничего, ничего, это все нормально. У нас есть буканир, он быстро долетает, а Маус быстро не уезжает. Главное, чтобы нас никакой истребитель не сбрил. Мы сейчас прилетим. Но я думаю, ты и так это знаешь. Техника не показатель, ибо сбалансировщик нередко чудит. Сейчас 10.3 на себя все стягивает, так что сейчас часто в топе. Ну вот, да, я это же и сказал. Ты прав, ну ты шаришь, понимаешь. Сейчас все тянется на топ. Сейчас все на топе играют. Хочешь комфортно сейчас провести вечер, поиграть в игру, не заходи на предтоп или на топ. Вот я, в принципе, туда сейчас и не залажу. Мне пока что нормально играется. Тем более я вчера и сегодня натерпелся. Я играл на Вискасе, там, ну, Вилкас. И играл Т-90М и Леопард 2. Ну, я их еще до конца в топ не вывел, поэтому стараюсь. Во, я вижу Мауса. Он едет. Он двигается. Все, бомба полетела. Я надеюсь, одной хватит. Попадание, попадание. Так, ну... Я не знаю, за мной, по-моему, увязался кто-то или нет. Ладно, 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 надо повторить. Летит истребитель. Вот. На. Я прям ему на крышу уже кинул. Все. У меня на хвосте, да? Да. Но я не вытяну, я не вывезу, не вывезу. Надо еще по максимуму кого-то забрать. Да. Для мессера это вообще легчайшая цель. Тем более с таким калибром. Плохо, плохо. Очень плохо. Не повезло. Не было бы летки, там столько ездило техники вокруг этого Мауса, я видел. Просто я Мауса взял в оборот.
Потому что он медленный, и он меня убил. Естественно, надо отомстить. Дмитрий, привет. Привет! Как дела? Как оно в рандоме? Как оно в рандоме? Так, ну я сразу падаю сюда. У меня скорости хватает. Так, вот, видишь, я по очкам не смотрю, я сразу смотрю. Type 16, это 9,3. Вот это у нас 9,7. Нас кинуло на 9,7. Может быть, даже на 10,0. Не, пока вижу только 9,7. По-моему, 90-ка это 9,7. Если я не ошибаюсь. Ну, короче, я... Плюс-минус на своем БРе, а может и не на своем. Я в столб попал. Ладно. Норм, забрал сегодня колесника. Я тебе сразу говорю, его не открывать, просто на продажу. И я его поиграл на нем, я наигрался уже. Я по нему сделаю видосик, надеюсь, завтра. Обзорчик такой сделаю. Хотя обзоров уже на него хватает, но я свой сделаю. И он мало чем будет отличаться от других стримеров, потому что, ну, Вискас действительно говно. Почему говно? Танк сам по себе красивый и хороший, мне нравится он. Ну, его поставили на 10,3. Все. Он неиграбелен на 10,3. И я сомневаюсь, что разработчик это понимает, и он уберет его пониже. Не уберет. Он максимум... могут сделать блин, но его забрали. Максимум могут сделать хп ему накрутить и урон добавить, потому что он сейчас отлетает от одной хпшки, ой, от одной хпшки, от одного выстрела он отлетает от одной тычки, все. А также я сделал сегодня шортс по Вилкасу. Там чисто коротенький шортик. Там, где за час игры на стриме у меня 7 раз выгорал БК. А кто еще не знает, БК у Вискаса выгорает абсолютно полностью. Все, у тебя не остается ни одной ленты, ни одного патрона. Тебе попадают в бошку. И это 50 на 50. Либо ваншот, либо у тебя выгорает все БК. И ты, естественно, больше не можешь играть. Ну, ты ничего противнику сделаешь. И почти каждый противник это уже знает. А если кто еще не знает, вы узнаете об этом. Короче, это легкая цель. Разработчик что-то должен сделать. Даже если апнут, ну, выгор БК не смерть. И его мираж... так, да я и не собирался, и его и мираж солью. Правильно. Ты 8.7 на 10.0 тебя чисто гипотетически кинуть не может. Не, ну это я понимаю, что меня не кинет на 10.0. Но основной движ игроков сейчас играет на топе. Понимаешь? Вот, допустим, возьмем Вискаса. Он играет на 10.3. Его не будет сейчас кидать на вниз списка на 9.3. Не будет. Почему? А потому что сейчас все на топа гоняют, и там загружимость, и его туда будет кидать. А на этих лоу-рангах, ну как, это не лоу-ранги, людей поменьше. Тут не нужно, ну типа, сюда они пытаются добавить, наоборот, 7.7, 8.0, ой, 7.7, 8.0, 8.3. Они, наоборот, подтягивают тех, кто пониже на 8.7. Вот я на 8.7 играю, меня подтягивают ниже или на свой БР. Потому что сейчас перегружен топ-тир. Потому что на топ-тире Вискасы, 2-7, Т-90М, этот с черепицей, Абрамс. Короче, я так объяснил, что я сам не понял ничего. Но я надеюсь, вы поняли. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Вот так вот я скажу. И я только что базарил и даже не заметил, что у меня под глазами стоит этот бредля. А я задымлюсь.
Короче, в двух словах попроще попытаюсь все-таки реабилитироваться. Сейчас идет марафон. Люди пытаются добить марафон, чтобы получить вискас, ну, вилкас, то есть. Также некоторые люди до сих пор, ну, я понял, качают этот Т-90М, либо они его выкачали и теперь выводят в топ. Поэтому много людей играет на топах. И когда ты играешь, допустим, на 10.3, то тебя чаще будет сейчас кидать высоко на 11.3. Почему так? Потому что их много, серверов выделили больше под топы. Поэтому ты, играя на вилкасе, ты будешь сейчас падать не на 9.3, когда ты можешь упасть на 9.3 или 10.0. Ты будешь падать на 10.7, ты будешь падать на 11.0 и 11.3. И я сегодня с утра играл на вилкасе, я его качал. По КД ты попадаешь вниз списка. Все. Он и так не играбелен, а его сейчас еще и плохо кидает. Так что я сгорел днем, я хотел просто поиграть как-то без стрима и получить какие-то записи. Но я записывал видео, думал, может, отыграю что-то на видосик, показать его с хорошей стороны хотя бы как-то. У меня не получилось. А есть особые люди, которые качают флот? Есть. Я, кстати, начиная стрим, здороваюсь не только с танкистами, также с летчиками и моряками. Всех приветствую, всех одобряю. Ну, летчиков только не одобряю, которые летают и меня обобрят. Это я не одобряю, это я осуждаю максимально. Ой, я плохо кинул бомбу, но мне не хватило. Но я все равно забрал его. Мне не хватило углов опустить нос. Ну, все равно там бомба хорошая, забрала. Я качаю флот, что в этом такого? Так, я ж тебе говорю, я не осуждаю никого. Или ты задаешь вопрос Дмитрию? Я думаю, я отвечу за Дмитрия. Я думаю, он имел в виду, потому что мало людей, никто не играет. Флот почти не играбелен. Ну, действительно, почти не играбелен. Без обид. Тебе может нравиться, может тебе очень сильно нравится. Я играл во флот, знаешь какой? World of Warship. Это от картошки, да? Вот только там я играл. И то я мало что понимал, честно. Меня убивали. Блин, забрали типа. Я хотел его скушать. Я мало что понимал. О-о-о-о-о. Хорош, 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 хорош. Объект 120. Так, никого нету. Все. Это больно и скучно. Ну, я когда-то пытался начать флот качать. Игра ищется 5 минут. И на лору-рангах, и на пятом. Да-да, я ж только что про это сказал. Почти нет игроков, неиграбельно. Ты долго ищешь. Это как в аркаде. На некоторых БРах очень долго люди ищут бой. Ну, потому что аркаду все меньше и меньше начинают играть. Потому что там сломанные маркера. Сломанные маркера. Я не играю в аркаду, но мне так говорят те, кто играют в аркаду. Они жалуются, говорят, ну, сломанные маркера, ну как играть? О, вот это мой пассажир. А, ну его забрали. Да, его забрали. Его забрали. А стоковый корабль хуже топов на камулях. Флот, задумка хорошая, механика интересная, но спорная реализация, как обычное, говно. Да, а ты другого чего-то ожидал от этого улитки? И если кто еще не понимает, что сейчас улитка делает с игрой, почему, допустим, я не могу пробить какого-то типа, а он меня ваншотит, я вам объясню. Улитка ставит акцент не на таких, как вот, я не говорю, что у меня отличный аккаунт, все есть, но у меня большая часть выкачана из танков. И даже некоторые самолеты в топах есть. Улитка не ставит на такого, как я. Ей такой, как я, не нужен, потому что я не куплю ничего, я не покупаю уже давно ничего. Я на марафоне что-то марафоню, продаю и покупаю себе прем-аккаунт, как и многие из вас.
А новичок, он заходит, начинает играть, и, понимаете, ему его нужно заинтересовать. А как его заинтересовать, если заходит какой-то Петя, у которого 10 тысяч боев, у него все в кустах обвешано, и он просто ездит по карте и убивает всех. Он делает минус 15, он получает от этого удовольствие, сношая всех в ноль, и он набивает себе статку. Педобирчик типа такой, как его как называют. И молодой, который зашел в игру, еще ничего не понимает, он такой: «Та нафиг оно мне надо, я не буду играть». И он удаляет игру. Не, разработчик не заинтересован в этом. Он накручивает хп и урон. Ты стреляешь в него, не ваншотишь. Он поворачивается, стреляет, попадает косо-криво и убивает тебя. Почему разработчик заинтересован в молодых? Потому что молодой качается, такой: «Блин, мне хочется вот этот танк, а до него еще долго. Что же мне сделать? А возьму-ка я прем-аккаунт». А потом он выкупает: а если к прем-аккаунту добавить еще и прем-танк, это ж двойной 2x, это двойной опыт. Блин, какой я гений, какой я умный, и я так и поступлю. И выкачаюсь моментально. И он это делает, и это работает. А такие, как я, буду за себя говорить, улитки нафиг не нужны. Все, я понял, меня имба убила. Я его не слышал. Ладно. Я возьму дублер. Такие, как я, не нужны. Я ничего не покупаю. Мне скрутят урон, скрутят хп. И иногда будут эту плеточку послабевать, чтоб, ну, я не горел сильно. Так. Если забрать из квеста марафона танк, он сразу привязывается... Ты имеешь в виду, сразу открывается? Нет. Ты марафон выполнил, и там написано «забрать приз». Забираешь, и тебе в твой, так сказать, портфолио, сумочку, добавляется иконочка с этим танком. И ты его просто не трогай. Чтобы открыть его и получить в ангар, это нужно нажать на эту иконку. И там, по-моему, какая кнопочка? Использовать или активировать, что-то такого-то. Вот это не нажимай. А забрать приз? Да, забирай. Нет, падает купоном, но не переторгуемым. Не надо. Я не педобир. Я другу побеждать помогаю. Вот друг уже до симметрии дострадал. Понял, спасибо. Я не обзываю тебя педобиром или кого-то. Я просто говорю, я скажу так. Я создавал аккаунт своему другу. Хотел, чтобы он со мной играл. Он нулячий. Он вообще не знает, как играть. И я ему сел за его аккаунт и начал играть. Типа, чтобы он увидел, как я катаю и что я делаю. Потому что он вообще не отбивал. И я покатался, сделал минус 15 на изи. В следующую катку я прыгнул. Опять же, он говорит: поиграй еще, я посмотрю. И я встретил типа, который ездил, всех убивал. Подъезжает, разводит меня на выстрел, я не ведусь. Он начинает меня штурмить, я его просто ваншоту. Он появляется опять, едет на меня, находит меня, и я опять его убиваю. Я думаю, что он за упоротый такой? Захожу, а там 32 тысячи боев. Ой, я опять отлетел. Ну, я слышал его, но не видел. Ой, я плохо еще выстрелил. Короче, 32 тысячи боев. Но это жесть. Это реально жесть. Что он там делает? Вообще это такое, ну, допустимо. Почему это так? Ну, тут я просрал. Тут я вообще в минуса ушел. Так, сейчас я поправлю. Что-то съехало. Просел чуть-чуть интернет только что. Поэтому я не говорю конкретно про тебя. Если ты помогаешь своему другу выкачаться и играешь с ним в паре, чтобы ему помочь, это норм, это круто. Я сам иногда с друзьями там падаю на лоу ранги, где, ну, понятное дело, встречаются новички, и ты просто их разваливаешь. Но мне там не нравится. Мне насрать на статистику, если честно. Я не набиваю себе статистику. Я хочу как можно больше фановых моментов, чтобы смешно, интересно было мне. Я не знаю, там... Вот сегодня стрим, по-моему, это первая или вторая катка, я там на буканире вылетел, дал или 6, или 7 фрагов. Там именно так четко,
Я падаю, вижу одного, кидаю ему бомбу, второго, третьего. Им всем по бомбе на крышку падает, и минус 3 дается. Это, ну, мне понравилось, это круто. И я на своем бэре играю. Я не ущемляю каких-то новичков. Ну, в общем говоря, я вам рассказал о механике, на что сейчас разработчики ставят. И если они продолжают это делать, значит, есть от этого выхлоп. То есть новички больше денег вкладывают в игру, чем мы, кто уже докачался до чего-то. Я вот даже помню, итальянцев выводил. Самое быстрое я выбил итальянцев в топ. И я играл только с прем-аккаунтом, у меня не было прем-техники. Я за 2 недели, по-моему, я особо так залетал, 2-3 часа играл и выходил. Я просто с нуля до топов их выкачал. Но и вот улитка смотрит на меня и думает, нафиг, я такой ей нужен за 2 недели вывести нацию в топ. Не нужен, абсолютно не нужен. И я не киберкотлета, а киберкотлеты выводят вообще все моментально, быстро. Им уже, наверное, скучно играть на своих аккаунтах. Так, тут точки нету, можно ехать дальше. Ну, я тоже иногда на БР пониже захожу на пару боев отдохнуть от духоты топов. Или машинку какую новую обкатать. Да, да, я тоже так делаю. Я вот заходил, качал японскую бабаху, а потом на ней катал. Все, только из-за этого я опускаюсь на нижние БР. Которые пониже. А так в основном я играю на предтопах. Я на топах не сильно даже люблю играть. На топах духота. Там слишком много вертолетов. Душат, они сильно душат. Тем более сейчас скидочек столько залетело. Танкисты купили себе вертолеты, самолеты. А, вот еще механика какая. Раньше же кто помнит, чтобы сесть на вертолет или самолет, нужно было 2-3 фрага сделать. А сейчас ты захватываешь точку и вылетаешь на полностью обвешанном вертолете. Почему так сделали? Да потому что человек не будет покупать вертолет и самолет, если он на него не может набить и полетать на нем. А теперь любой танкист выехал на какой-то какашке, захватил точку, слился и взял К-50 и прилетел и начинает штурмить танкистов. Поэтому я на топах не играю, мне не интересно. Я горю сильно. Блин, движок слабый, гору вообще не выкатывает. Сцепление, да, тут не движок даже, а сцепление. Гусеница будет лучше, чем колес. Так. Я сегодня сделаю фраг на этой карте или нет? Я вообще непонятно куда поехал. Мне нужно подниматься сюда, там респаун. Я ищу танкистов, они ищут меня. Мы не можем встретиться. Нужно, короче, возобновлять телепередачу «Жди меня». Я приду на прямой эфир туда и буду просить найти танкистов. Потому что не могу. Не получается. Кстати, Вилкаса тоже эта проблема. Он так плох. Он очень плох. Короче, скажу так. Если ты теряешь на Вилкасе скорость, все. Это все. Восстановить скорость будет очень тяжело. Он как-то раскачивается медленно. Но едет он быстро. Вот мне скорость понравилась его. Максималочка. А самое больше мне понравилось, как он визуально выглядит. Очень красиво. Поэтому я его себе и оставил. Я его себе оставил, я не стал его продавать, тем более я понимаю, уля, как башня отлетела. Я понимаю, что его за много не будут покупать. Вчера мы с кем-то говорили, по-моему, с Дмитрием, да, Дмитрий? Ты говорил, что думаешь, что там гейкоинов 20 будет. Я думаю, тут хотя бы 15 было бы, да. Тут хоть бы 15 насобиралось. Сейчас люди обзоры посмотрят, а почти каждый обзор просто это... Но. Нет.
я ничего ему не сделал. Вот теперь я ему сделал. И то не, у него красный казённик. С красным казёнником выстрелить можно. Так, ну я в свете. Я в засвете. Походу этой ночью придется серу фармить. Все на коробке слил. Теперь на экипаж не хватает. Да что ж с интернетом? Давай, оживай интернет. Интернет, оживай, живи. Вроде приходит в норму. Вроде интернет пришел в норму. Так, ну я прочитал твое сообщение, походу это ночью надо фармить серу на этот и на сундучки просрал их. Зря. Блин, а кто это у меня? Понял. На сундуки, ну блин, там выпадают эти камуфляжи. Что там еще выпадают? Всякие типа бусты и все. Ну, ты можешь слить 100 миллионов, и тебе может выпасть этот, как его... Один какой-то премиумный танк или самолет, на котором ты никогда играть не будешь. Да, звук не пропадал, но мне с сундука коробки ранга аукционный выпал. А, видишь, ну... У меня друг открыл около 80 лямов потратил. Ему только одни камуфляжи повыпадали с бустами. И он теперь нищий сидит. Все. И наклейка, челюсти фоном на 2,5. Ну вот это да, наклейки, всякая ерунда выпадает. Так, я только что видел, по танкисту прилетело вот сюда кинем. И где-то, но я забыл уже, откуда по нему еще прилетало. Так, ну... Ой, это, кстати, имба, машинка R3. Так, это зенитка. Да? Это зенитка. Вот это зенитка. Уходи. И тебе бомбу. Всем по бомбе. Но зенитку я не забрал. Она откатилась, видимо. Танкист опытный. Шарит, что я на него захожу. Еще самолет 4.3 совет. Тисма. Хоть 200к, но оно явно стоило куда еще серу девать. Не знаю. Мне всегда есть куда девать серу. Тем более еще техники, техника есть и много, которую нужно вкачать, купить на них экспертов. Поэтому мне пока я серу не трачу. Ой, серу. Серебрянники. Свои монетки. Так. Вот, это зенитка опять, вот она. Мне навстречу летит какой-то самолет, да? Улетай. Тисма, это имба. Ой, я честно, ну, вы мне написали название, но я не знаю, что это за танк такой. Может, и имба, кстати. Так, ну я, походу, наигрался, да?
Да, я наигрался, у меня МиГ 15, но я ничего не сделаю. Для Мигаря 15 это вообще лакомый кусочек. Все, выходим. Да, самолет-то хороший, но он мне не нужен. Согласен, согласен. Я б тоже, если получил бы его, ну что мне с ним делать, если я не играю? Я не играю на таком, что мне с ним делать, не знаю. Так. Здесь я поеду, наверное, сюда и постою за вот этим камушком. Не осуждайте меня сильно, пожалуйста, не осуждайте меня. Я люблю за камушком стоять, сильно нравится. Но также я и люблю поездить танкистов поискать. Будем придерживаться сейчас моей тактики, но может она не моя, может кто-то ей уже давно придерживается. Делать 2-3 фрага спокойно, стараться сделать, а потом поедем дальше искать танкистов. Так. Вот здесь я, кстати, выкачивал Т-90М, помню. Ой, не-не-не-не-не-не-не. Я здесь на Трумсе стоял, когда я качал Т-90М. Блин, я столько здесь ребят настрелял. Прям можно сказать, что Турмс имба была. Так, этого я подсвечу. Это у нас ПТ-шка поехала, 906-я. Блин, но я упустил его на самом деле. Ля, у меня будка, конечно, сильно высокая. Это, конечно, плюс того, что я могу из-за камня стрелять. Но вот здесь. Но по мне тоже могут кинуть. Это уже не плюс. Так, ну на самом деле как-то танкистов не сильно много едет. Вот здесь постараюсь что-то отыскать. Вот танкист едет. Заехал за домик, да? Да. Так, кто там? Блин, каждый угол чекать, они везде. Они везде. И в другое же время их нигде нет. Они везде прячутся. Чувствуют, что я за камнем стою и не хотят выкатываться. У танкистов чуйка. Так, это не Турмс имба, а позиция имбаланса. Тут почти на чем угодно можно много настрелять. Ну да, так я ж про это и сказал. Вроде, блин, вроде бы можно подумать, что Турмс имба, но не имба. Так, ладно, сейчас я возьму дублер и уже поеду. Я уже стоять не буду, я поеду сюда. Не получилось у меня постоять. Тогда поедем. Так. Не понял. Не понял. Ну ладно, теперь понял. Зря появлялся, потому что все проезды уже простреливаются.
уже было... Нет смысла. Пать было. Не было смысла уже появляться. Надо было дальше идти. Сатана, ты когда успел 2к подписчиков набрать? Ты знаешь, делаю шорцы, и на них вообще залетает нормально. Вообще, я не ожидал от этого. Я думал, нужно стримы делать, как-то там видосов много, обзоров. Делаешь шортс, который людям заходит и нравится, а они подписываются еще. Плюс я рекламу же делал. Да, я рекламу делал платную. Если в канал не вложить, то ничего не будет. Ничего. Ну а чё, деградируешь в шорцах, деградируешь в танках. Да, да, нужно как-то баланс иметь. И в шорцах деградирую, и здесь, везде. Это да. Так. Так, вон едет. Так, но больше я не вижу. Пропустил я сладкого танкиста. А, вот еще. Блин. Уже откатывается. Ну, я понял. Ладно, этому арты кинем. Он сильно хитрый. Он сильно хитрый. Бля, ты что творишь? По тактике укуса играешь. Сегодня нехорошо. Другой тактики не существует. Не существует по-другому. Можно в лоб ехать, можно сливаться. Я, кстати, вот думал, чего не делал ни один стример. Ни один стример, я не помню, чтоб делал стримы по сливам. Вот слить статку до нуля. Вот взять и слить статку до нуля. Кто-то делал такое? Не делал. Вот запускаешь каждый день стрим и просто умираешь. Не делаешь никакие фраги. Сколько это займет времени, интересно, и... Блин. Сколько это времени займет? И вообще получится ли это все? Может, улитка вообще накажет? Скажет, ля, что ты творишь? А самое интересное, если скинуть ее до нуля... Появится ли у меня урон хороший такой, как у новичков? Такой, чтоб я черкашики делал по счетчикам танкистов. И ваншоты были. Это интересный вопрос. Да пошел ты! А между Б и С через тоннель и в борт наваливать пивнятам? Надо будет попробовать в следующий раз. Можно мне взять? Не, я буконер не возьму. Дальше тогда пойдем. Я не люблю эту карту вообще, но если честно. Мне вообще не нравится она. Если честно, не нравится. Так, в следующий. Чего? Во, вот это уже лучше. Это уже лучше.
Я, наверное, поеду сбоку. У меня сегодня в одной катке прям серьезно отключили урон. Я даже не смог убить БТ-76. Снаряды без дамага были, а подкруток нет, говорят. А есть они? Давно уже все понятно. Новый аккаунт плюс Тумс, и вот тебе первый каток 10 с пулемета Абрамса гасить. Можно будет не просто гасить, а в скулы башни. Думаю, да, но я ж говорю, вот взять аккаунт мой и обнулить его. Жалко нету кнопочки. Взял, обнулил статку и все. Я бы обнулил, честно, оно мне не надо вообще. За это как-то не кормят, не дают еду или там карманные денежки в школу. Это вообще ненужная вещь. Лично для меня. Но я понимаю, что это модно, стильно, популярно. Стильно, модно, молодежно. Ой, куда я поехал? Я думал, тут можно ехать, здесь нельзя ехать. Да что они сделали с картами? Я понял, все, надо падать обратно. Они порезали карты, ну бред, ну что? Некоторые карты сейчас так выглядят, как будто разработчик прям сталкивает лбами. Просто он говорит, едь прямо, не объезжай никого, просто едь прямо. Просто ты должен ехать прямо и умереть, либо забрать кого-то. Там какой-то от башни играет. Мы не в Таркове, чтобы аккаунты вайпать. Ой, я не знаю, я не играл в Тарков, не понимаю. Там что, можно этот обнулить? Не, ну он прям на меня смотрит, прям в душу. Я не хочу. Ёп. Но я вообще плохо приехал. Ля-ля-ля-ля-ля, землю дал. Кривой, косой. Мне бы отсюда уехать. Ладно, я хотя бы в эту силуху попробую перебраться. Надо было по левому флангу ехать и все. Шеридан, да? Отдохни, дружок. Так, ну здесь, да, здесь фрейрок сидит. Улё-лё-лё. Ля, что я сделал? Глупости я такие делаю. Не, у меня не хватает на самолет. Ну, ливнем отсюда. 27 декабря в Таркове глобальный вайп был, так что это лучшее время, чтобы Тарков качать, начать. А, да не, я как его посмотрю, то там сильно жестко для меня. Для меня это слишком. Я такое не вытяну. Это на любителя. Я вон с друзьями пробовал в PUBG играть. Мне тоже не зашло как-то, ну не знаю. Им весело, им круто, им нравится. Я, блин, вообще ничего не понимаю. Тарков скучный, на 10 минут игры 40 подготовки.
Не знаю, но я так смотрю по стримам, люди... Дофига людей смотрит Тарков. Дофига. Хотя, если честно, и Майнкрафт смотрят дофига. Просто разная аудитория. Да. Ну, походка такая, что можно на буканир не садиться. Не стреляй меня. Я сдаюсь. Походка, да. Походка просто песня. О, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А кто-то ко мне едет уже. Прям на фанеру. Просто нарвался на фанеру. Так, я ему попаду в тур. А, все. Не, я туда не хочу. Я туда не пойду. Сами туда едьте. Так, ну это плохо то, что я здесь один. Мне везде артиллерию накидали. Да. Что я могу сказать? У меня не опускается ствол за башни. Да. Смотрю, Тарков интереснее, чем играть в Тарков. Исключительно первый вайн. Здесь я тоже не наколядовал на буканир. Счет, блин, обвалилось. Кинофильмы интересно смотреть. Вот есть стримеры, которые играют в какую-то игру, у них дикция хорошая, они дублируют каждого персонажа и просто проходят такие атмосферные игры. Это действительно интересно. Это интереснее, чем ездят там в танки стреляются, или там, я не знаю, в Таркове бегают, в PUBG стреляются. Ну, для меня лично интереснее. Я там одного человечка смотрю, он стримит игры очень профессионально. Он именно не то что стримит ее, он озвучивает ее, он ее проходит и озвучивает. Он не спидранит игру, он не ищет баги, он не ищет что-то этот. Он чисто ее проходит, каждый квест, все красивенько. И на фильм. Это да, это конечно бомба. Вот это я, конечно, выкатился. Да-да-да-да-да. Я не слышал тех, которые за ним ехали. Я их просто не... Я слышал этого только. Такой именно здравствуйте. Этого бы я сейчас забрал, и все было бы отлично. Но я не услышал. Да-да.
Сейчас, если успею, подвезу им бомбы. Так, надо вспомнить, где это. Это где-то вот здесь, да? Это где-то вот здесь. Поспешил я, пожадничал. Жадность победила. Я хотел сделать фраг. Так, но я вижу, кто-то там дымит. Было бы неплохо подсветочку. Так, но я подсветку вижу, но не то, что мне нужно. Ладно, сюда тоже кинем. Сюда. А вот сюда. И куда еще? Блин, сюда не успеваю, увидел. Ну кого-то я забрал. Вон танк за домом стоит, и вот еще один подъехал. Давай, 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 нам нужно успеть. Вот это хорошо, вот это хорошо. Ой, их трое. Раз, два. На третьего мне не хватит. Да, Х2. На третьего мне не хватило. Кручу, 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 верчу. Что-то за мной летит? Нет. Показалось, стрела выстрелила. Так. Еще один танкист был вон там, где только что взрыв был, да. Надо повыше, там походу зениточка появилась. Да, вон стоит, отдыхает. Ну я заберу его, давай, 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 давай. А где бомба? Я не знаю, я ее скинул, но она не прилетела. Вот это для меня загадка. Четыре первые бомбы на буканире идеальные, потому что у тебя прицел, ну, адекватный. Вторые четыре бомбы. Я думал, они одинаковые, они визуально выглядят как одинаковые, но нет. Это какая-то LDHE MS MK1. А эти HEMC MK13. И у них другой баллистический прицел. Они не всегда залетают, куда ты их кидаешь. Тем более тут какой-то взрывчатка Торпекс, тут гексоген. Блин, ну... Раньше на Буканире было 8 одинаковых бомб. Теперь 4 такие, 4 такие. 4 первые, они удобные. Я привык к ним кидать их. А вот остальные... Такие себе. Неудобно их кидать. Ладно, удачи. Мой тиммейт вернулся, так что я дальше катать пойду. Удачи и тебе. Спасибо, что пришел, поддержал меня этим своими просмотрами, комментариями, лайками. Подписывайся на меня, не пропускай стримы. Если будет желание, свободное время, заходи. Будем играть, общаться. Тем более, еще раз я говорю почти каждый стрим. Я не только танки стримлю, я стримлю еще и VR. Недавно закончил Half-Life Alyx VR. У меня в плейлисте сохранено все прохождение. Там было очень интересно и весело. В дальнейшем будут еще другие игры. Чисто так, для интереса, для фана. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Так, а я здесь проеду или нет? Должен проехать.
Воу-воу-воу-воу-воу-воу, не перекиньте меня. Так, там уже залетело. Да? Такая себе, конечно, карта для колесника. Самая главная беда, я не кручусь на месте. Да, не, слишком много. Можно было бы подождать, пока один отстреляется и пикнуть, но их слишком много. Так, 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 так. Да, дам им артиллерия. Ой, их теперь еще уже 4 человека. Блин, ну это жестко. Это жестко, жестко. Да, да. Все. Выходим с этой мусорки, а не карты. Помойка, тут никак. И уехать некуда. Никак не объедешь, ничего не сделаешь. Мусор, а не карта. Ну, именно для колесника. Для какого-то бодренького танчика, то нормально. Вот. Вот это уже хорошо. Это уже мне нравится. Сразу на фланг. Так, тайп приехал. Ну, ну как можно на колеснике посредине поля ехать? Ну как? Это же смерть. Нельзя так делать, нельзя. Кто-то есть? Я не слышу звука. Так, а у нас же есть удивительная вещь. Да, 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 вот здесь есть. Все, я понял. Так, ну запускаем его на патруль. Переходим на сам танк.
Блин, я так понял, тип там стал за домиком и все. Да, вот он стоит. Вот туда, да? Так, ладно, поехал я. Или не поехал. Так, но он до сих пор там же. Там же и стоит. На колеснике нельзя ехать посредине поля, а на зенитке можно. Можно, да. Зенитчикам все можно. Я вообще им все разрешаю. Мой любимый класс — это зенитка в этой игре. Особенно на топах. Если на топах нету зенитчиков, вы в говне. Так. Пошел нагиб, пошел. Главное, чтоб не заканчивался. Так, где моя аэроразведка? Вообще, где ты находишься? Алло. Так. Опа! Попался танкист. Танкист попался. Вон он, вон он. Ой, блин, как я обожаю этих вертолетчиков. Я думал, он пролетел. Я думал, он пролетел. Он не пролетел. На самом деле, было бы круто, если бы сделали отдельный режим для танков. Просто играть с танкистами. Зачем эти вертолеты и самолеты? Не, совместка — это интересно. Да, можно периодически заходить. Но меня интересуют танки, я не осуждаю там летчиков, моряков, но мне танки хочется играть, а не что-то там смешанное. Тем более морские бои есть, чисто морские, авиационные тоже есть чисто, без танков, зениток, вы чисто деретесь с пацанами. Вертолетные тоже есть, а тут что? Что здесь происходит? Почему танки, танкисты ущемлены? Бред. Это бы, конечно, да, но они не сделают, они не сделают этого. Потому что люди покупают вертолеты и самолеты, чтобы бомбить танкистов. Исключительно для этого. Да, есть люди, которым нравится летать там в авиа РБ, АБ, СБ. Но я бы сказал, что большинство склоняется к тому, что они выкачивают самолеты, чтобы бомбить танкистов. Хотел бы еще в совместных корабли. Это было бы интересно, кстати бы, да. Чтобы еще вот там флот стоял и прикрывал берег. Да, почему нет? Вот, кстати, да. Раз такая дискотека идет, почему они не ведут корабли? Ну, может быть, скоро ведут. Блин. А, их там даже двое, и я ничего не сделал.
меня зенитка чуть-чуть коцнула. Ого, не чуть-чуть, а нормально. Я не могу поворачивать. Да. Ну все, я падаю. Я ничего не могу сделать, все, неуправляемый самолет. Скинем бомбы. Не поможет, да? Не, нихуя. Все. Чуть-чуть попал, и все, и ты отлетаешь. Так, так, так. Правильный ответ. Сейчас попал на 10-0 и еду на зенитке 8-3 по полю, выкашиваю тиму врага. Да, да, правильно. На боссовой зенитке дал больше фрагов, чем на активной кустоводы, на турмсах и под патриях. Совместные еще. По сути делают совместные. Насчет зенитки, да, это имба. Зенитку в этой игре прям сделали, ну, такой, ну, блин, ну... Иногда зенитки лупят лучше, чем танк. Это вообще непонятно. А ты по зенитке стреляешь, и тебе показывает, что ты попадание сделал. Блин, такое. Так, сюда. Так, ну снова туман. Туман на лицо. Что я должен здесь увидеть? Как мне находить танкистов? Там вон танчик уже стоит, да? Что я могу сказать? Класс. Я ничего не вижу. Не, реально. Я понимаю, там легкий эффект тумана. Но это не легкий эффект. Это густой туман. Ни черта я не вижу. Я пока выехал, танкисты спрятались. Да. Да, но туман это жопа. Так вот, но я ни черта не вижу. У меня нет на этой машине тепловизора. Пусть туман пихают на уровне, на притопы, топы. Там, где почти у каждого. Да не почти, а у каждого. У каждого есть туман. О, не пробитие, ты понял, да? А он меня сейчас шотнет, походу. Не-не-не, мне тоже повезло. Я не пробил казённик, кстати. Да. Офигеть. Рикошет. Ну тут ладно, соглашусь, я плохо попал, там рикошет и должен быть.
меня теперь всратая КДшка. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, я так не играю. Я так не играю, на вам дискотеку, аварию. Ну вот, я зенитку боюсь больше, чем танка. Это как? Зачем мне такая игра? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня КДшка очень-очень плохая КДшка. Да-да. Да и на топах бесит. Вообще фигня идея была его водить. На топах меня не так бесит, потому что есть тепловизор. Я просто его врубаю, и мне нормально. А здесь, когда у тебя нет теплака, это бред. Но я вот не, я ничего не вижу. Я бы давно там срисовал. Я по звуку услышал, что ко мне кто-то едет. Вот, вот эта малютка, визелек. А так я его не видел. Ну, я не видел. Да, еще самый вот этот прикол, который я тебе говорю, я боюсь зенитку больше, чем танка. Ну, не должно быть такого. Так, тут туман полный, так что по маркерам кидать. В надежде на то, что кто-то долетит. Так, ну вот маркерочек горит, мне он в принципе нравится. А, все, он умер. Так, Мауса. Оля, тяжелая техника пошла, Маусы. Мауса с одной бомбы забрать, ну нормально. Какой-то номер у него вместо ника. Может, это вообще бот. Так, вот, вижу. Помечает мне. Сейчас, подожди. Все, его убили. Еще есть? Вижу. О, это бакан едет. Бакланчик. Да, это баклан был. Ля-ля-ля-ля-ля, что творит зенитка. Уходи. Воу-воу-воу-воу-воу, чуть в бочку не врезался. Чуть в бочку не пропилил своим носом. Блин, ну зенитка, да, она мешает. Зенитка вообще мешает. Так, где она там стоит? Пусть она еще постреляет. А, все, вижу. Мне бы повыше подняться. Мне бы повыше. Я куда-то туда кинул бомбу наугад. Да блин, ну цепляет, ну сильно цепляет. Не, далеко бомба упала. А, так он еле попал и все, и грубо говоря, самолет уже почти неиграбельный. Масло падает, все плохо.
Ладно, летим тогда. Вон, я вижу танкиста. Летим к нему. А, вот танкист. Первый раз побыл не танкист. Ну все, меня сбила эта ЗСУшка. Ну что за бред? Бля, их тут две даже. Мусор. Во-первых, туман, во-вторых, эти зенитки. Так, ну ладно. Сегодня, наверное, хватит. Хорошо, я сегодня поиграл, мне понравилось. Надеюсь, и вам. Спасибо всем, кто пришел, посмотрел. Спасибо всем, кто пришел, посмотрел меня, поддержал меня этим. Комментами, лайками, подписками, тем более. Надеюсь, вы подписались. Если еще не подписались, подписывайтесь, чтобы не пропускать следующие стримы и новые игры, которые я буду стримить. Помимо этого, помимо стримов в танке. Также обзоры я буду в дальнейшем снимать на разную технику и новинки, которые в будущем нас ожидают. Подписывайтесь. Дмитрий, ладно, удачи.